Сегодня решила докрасить свою перголу, веранду, террасу или как еще назвать, каркас для когда-нибудь будущего домика. Краску я купила в Шиапоке, когда ездила с Лолочкой к ветеринару. Ну, сейчас все волнения уже позади, переживания, обиды на ветеринара. Все как-то позади. Лолочке все прекрасно. Она хорошо переносит этот комбинезончик свой. Не чешется, не кусается. В общем, такая хорошая девочка. Терпит. Ну, по всей видимости, ей не сильно мешает. Как-то вроде как даже уютненько, по-моему, выглядит. Может быть, не знаю, не то, что нравится, но как-то все хорошо с этим комбинезончиком, вот с этими своротниками. Это было просто совершенно страшное дело. А вот совсем другой опыт хороший у меня с этим комбинезоном, с костюмчиком, который ей одели. То есть в любом случае это себя как-то оправдало. Вот. Ну, пьем таблеточки, которые ей дали. И играет она уже со своими братишками уже. Вот, и чувствует себя довольно хорошо. Вот. Ну, а я тут крашу дальше. Вот покраску закончила. Сейчас пройдемся по саду. Посмотрим на розочки, полюбуемся. Погода хорошая, теплая. Розочки, в принципе, выглядят неплохо при такой погоде. Им нравится. Жаль, что они еще пока маленькие и не так уж много бутончиков. Но все равно состояние цветочков очень неплохое. Не вижу тут ни жучков, ни паучков. Вот, красивые розочки. Это как раз королева Швеции. Это Маша Барбара. Много я, конечно, бутонов уже срезала. Эта розочка вообще очень стойкая. Она стоит очень долго. Это Шекспир. Вильям Шекспир, по-моему. Вильям Шекспир, да. Ну, розочка была совсем слабенький, саженец все-таки получше стал сейчас со временем.
Вот пока дает под одному-два цветочка. Олеандр красивый. Надо было бы не забыть начеренковать лаванду. Эта розочка цветет так жиденько, но большие крупные бутоны, цветки. Здесь собирается распускаться Blue Parfum в очередной раз. А с этой стороны кошечка моя. Кошечка. Скульптурка. А здесь вот пошла посмотреть и показать Минерва. Вот уже так более красиво распустилась, чем в первый раз. И сейчас она не завидает сразу, все-таки стоит еще парочку дней. Столько пчелок много копошатся, большие и маленькие. Красиво сочетается все это с петуньей, которую я пересадила из горшков прямо в землю. Вот опять моя Флорентина. Одна из моих самых любимых роз. Хорошая. Так быстро она. Вот одногодка разрослась так быстро. И цветет постоянно практически. Вот по новому нашему полу гуляем. Лулочка уже ходит тоже везде со мной. Ну, немножко лобелия. Роза безымянная. И любуюсь я своими кулиусами в этом году. И розы Леонардо да Винчи. Здесь у меня два куста. И стоят они очень долго, хочу сказать. Так, ничего мы и не рассадили. Ничего мы не посадили. Нарезали черенков, но ничего не посадили. Наверное, придется новые брать. Колесо скоро нужно будет забирать в дом или черенковать. Вот даже не знаю. Может быть, заберу прям большими. Это плетистая роза Шванензе или Лебединое озеро. А это Харликин, по-моему, правильно сказать. Харликин. Так у нее вроде как и не очень кажется такими бутончиками красивыми. Но цветет она практически тоже постоянно. И выросла тоже, вот, в принципе, из первогодок, да, вон как хорошо выросла. А это Августа Луиза начинает еще раз цвести. Вот палочку желтеньких листиков еще осталось. Вчера я делала чистку всех роз. Вот, а на некоторых еще остались желтые листочки. Это пиано. Пиано тоже. Дала два цветочка. Все розочки молоденькие. Вот аспирин тоже молоденькая розочка. Только первый год у меня практически. И развилась уже в такой красивый-красивый кустик. Брала тоже желтые листочки вчера. Очень красивый кустик. Действительно, не зря эту розу хвалят. Беспроблемная, красивая розочка. А здесь у меня лежит прямо плашмя плетущаяся роза. Не знаю, как, или это Ньюдаун, по-моему. Может быть, Ньюдаун. Но редкие еще бутоны. Ну, цветет она, но еще очень редкая. Ну, думаю, вырастет, когда большая будет красивая. А это Ностальжи. Ностальжи вообще шикарная роза. Второй год она у меня. И уже как-то похожа хоть на розочку вообще, да, такой приличненький уже кустик. Ну, это Лавила Котта, тоже первогодка. Сидела очень долго, а вот сейчас немножечко пошла в рост. Робин Гуд.
неплохо выглядит. Сейчас постепенно начинает мне больше нравиться. А это безымянная розочка, это я не знаю, надо будет искать. И кроненворк сейчас стоит уже без цветов. Все цветы я отцвели, я сняла их. Ну и смотрим, что у нас здесь. Опять виноград, виноград, виноград. И ипомея. Сегодня продолжается сборка винограда дальше. Но об этом попозже. Решила я сегодня все убрать там с другой стороны, с улицы, пока кто-нибудь за меня не собрал. Так что немножко в саду после работы. Походила я, поснимала немножко эти розочки. Сейчас все цветет и уже скоро дело к зиме. Поэтому нужно все-таки еще заснять какие-то цветочки. Какие еще есть тут живые у нас. Так, что-то у меня сверх тормашками идет. Это Анжела. Ну, тоже кустик еще цветет не очень прям, чтобы так восхитительно. Но уже кустик подрос, это радует. Аспирин. Очень смотрится кустик хорошо. Чистенькие цветочки такие, лепесточки. Опять лебединое озеро. А это около кухни впереди. Опять пошла я смотреть, что у меня еще цветет. А вдруг что-нибудь еще цветет? Ну, это эльфы. Подцепила я ее вчера на веревочку, подвесала туда наверх, чтобы не лежали. Там же у меня сзади и белье сушится. Так, а здесь что я делаю? А, здесь я нашла два баклажана. Всего только два маленькие баклажанчика будут. А это чайно-гибридная роза Митус. Очень красивая роза. Белая. Крупная. Ну, к сожалению, сейчас по одному бутончику весной было, конечно, более обильное цветение. А это Квин Элизабет. Тоже последний, наверное, бутончик. Может быть, в этом году другие уже отцвели. Смотри, спускаюсь в подвал. Хочу показать мои... Что вот я успела сделать в этом году. Закрыта так пленочка. Все мои заготовки. Может, кстати, кто-нибудь мне подскажет... Достаточно ли будет весь этот потолок, кто-нибудь из мужчин, может, знает, заделать как-нибудь этим грунтовкой, чтобы не сыпалось. Потому что сыпется и портит мне внешний вид. Там все это. Вот сейчас я закрыла. Ну, что вот так вот, жалко, баночки такие все в пыли стоят у меня. Так неприятно. Вот закрыла сейчас этой пленкой полиэтиленом. Но, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы они как-то стояли вот так, чистенькие. Вот. Ну, вот что. Тут мои заготовочки здесь, что я до сих пор сделала. Это вот эти три банки я сделала вчера огурцов. Тут у меня еще вот такой, он как тоже здесь немножко влажный, наверное. Вот эти этикетки как-то портятся здесь, не знаю. Какой-то типа салат. Типа салат какой-то. Из всего. Не помню, что там было. Помидор у меня. Какой-то перчик какой-то был, да? Так, это что? Тоже какой-то салат. Вот. Ну, вот надела опять вот этого сока. Уже это у меня что там? Это, да, у меня вот из винограда.
Вот. Ну, в общем, много здесь немножко в перемешку, как по партиям делала, так ставила. Вот это у меня томатный соус. Там где-то они все тоже по-разному немножко. Потом можно будет по вкусу смотреть, добавлять, если что не так. Вот. Тут, кстати, нужно проверить, что здесь у меня не... По-моему, что-то плесневеет здесь. Лыча. Вот тоже вот это вот неприятно все, конечно. Вот. Какой-то компот из лычи там был. Типа, по-моему, это лыча. Не по-моему, а лыча. Тоже какой-то варенье тут из лычи. Вообще, что-то из лычи было сделано. А это что у меня было, вообще не знаю. Ну, тоже томатный соус там вот стоит. Маленькие баночки томатного соуса. Ну, вот это все всякие огурцы тут с помидорами. Есть. Не пойму, записывается или не записывается. Какая-то другая тут камера. Пробую. Вот, сыпется все это. Не знаю, как бы сделать, чтобы не сыпалось. Или просто, может быть, действительно банки где-нибудь в другом месте найти. Не здесь и хранить. Банки, наверное, не обязательно здесь хранить. Было бы. Может быть, в амбаре где-нибудь их поставить. Где более-менее чисто. Ну, вот всякие огурцы тут, да. Вот. Тут еще дальше огурцы под пленкой. Ну, вот один еще. Одна еще большая банка. Да? Пришла Волочка тоже посмотреть, да? Показываю. Уж не знаю, много или немного, но из чего есть, всего понемножку сделано. Вот. И даже где-то из баклажана икра не очень много. Но это еще старенькие здесь стоят. Нужно посмотреть, что посортировать. Еще абрикосовая тут у меня была. Тоже вот заплесневели уже эти самые... Такие испорченные этикеточки, жалко. Вот, ну, какая-то все-таки влажность тут не очень, наверное, оптимально, не знаю. Вот, ну, в общем, вот чего-то есть, да, чего-то есть вроде бы. Во всяком случае, на салат не хватит и на винегрет. Еще нужно посмотреть. Свеклы немного, но какая-то свеколка есть. Тут уже даже винегрет делала из свеклы. Свеклы, жалко, не очень много. Ну, может быть, просто куплю. Винегрет тоже вкусно есть здесь. Картошки, к сожалению, у меня практически нет. Очень жарко было. Мне было далеко ходить поливать ее. Но с картошки практически, к сожалению, не сделала. Может быть, в следующем году. Как-то нужно было лучше подготовиться. Вроде и вскопала, и землю, и все. Вроде место было. Но просто была такая жара невыносимая. Я там с этими розами носилась. С помидорами, с огурцами. Вот так, пока закрыта пленочкой, вот таким образом. Вот. Ну, хорошо бы было, конечно. Конечно, как-то вот, чтобы чистенько все это стояло. Не знаю, можно это все, это так же сыпется все это. Грунтовкой или чем? Чем покрыть, чтобы не сыпалось? Сначала вот смести каким-то образом, а потом чем-то вот замазать. Ну, белое мне не хочется, мне белое не везде нравится. Хочется, чтобы просто как-то все это... Было бы зачистить, и чтобы... Вот, наверное, грунтовка будет держать, да? Ладно. Сейчас покажу, что с виноградом-то дело не закончено, еще виноградным соком. Все вышли из подвала? А вон у меня Кеша на столе лежит, охраняет виноград. Вот буквально за 10 минут еще собрала. С наружной стороны забора, с улицы. Тоже вот... Вот как раз что висело по другую сторону рабицы. Вот с Кешей собрали, да? Кеша с одной стороны собирала, я с другой. Да, Кеша? И там еще осталось, просто нужно лесенку. Там еще осталось на другой стороне. Вот с этой стороны я не смогу снять, только с другой стороны. Там в плюще, как-то они очень хорошо растут. Наверное, им там не очень жарко. Я считаю, что очень много, потому что еще не закончилось, это как бы только начало. На этой стороне еще я вот на этих двух рядах основных вообще не снимала, только вот вокруг да около. И на своей перголе там, сзади, там я вообще виноград не трогала. Там я хожу иногда, беру. Есть там помельче он. Там он помельче. И очень сладенький такой. Ну, там нужно, в принципе, тоже можно было бы собрать. Ну, куда столько всего, да? Сейчас буду опять дальше сок делать. У меня уже бутылей нет никаких, ни банок.
Ну, или бутылки есть, но не крышка. Крышек нет, чтобы закрываться. Нужно специальные крышки, чтобы закрывалось хорошо. Вот, так что... Ну что, пошли дальше, наверное, помоем, и следующую партию будем сока дальше гнать. Вино можно было бы делать, конечно, при таких количествах. Но вино, груш, наверное, так себе. Ну, куда вино? Вино никто не пьет. Вино никто не пьет, и я его пить, я тоже не собираюсь тут. Сок вкуснее, сок очень вкусный. Вообще, действительно, тут не сахар, ничего не добавляешь, ни воды, просто вот натуральный сок. И вообще, уже сейчас пью, уже прям холодный, он еще вкуснее. Вот, так что пойду сейчас эти хотя бы сделаю виноградины, посмотрю. Нужно мне, наверное, бутылок каких-то все равно еще. Или банок, вот просто большие сейчас банки, которые еще остались, их заполню прямо вот большими банками. А зимой достану, с удовольствием, наверное, все и выпью быстро. Ну, сейчас еще раз к винограду подошла. Вот внутри сейчас я здесь стою, с этой стороны забора. Ну, там еще тоже с этой стороны там висит. Ну, тут уже с этой стороны, в принципе, я хожу, подъедаю вручную. Вручную. Вот здесь еще целую нужно будет потом. Ну, оставлю, буду здесь ходить лакомиться, когда проходить мимо. Удобно будет брать. Ем я его много, хожу по всему огороду и постоянно его ем. Вот тут еще кита остатки. Тут я уже сняла. Ой, одну забыла. Тут я сняла. Там какие-то мелкие еще остались, да? Да тут под плещом, вот тут уже, вон там, видите, там будет намного больше, чем сейчас видно. Это я с прошлого года знаю еще. Как-то они в этом плюще там действительно как-то хорошо сохраняются или растут, я не знаю. Как, но вот тут все везде. Вот заодно и буду плющ обрывать и виноград собирать. Здесь было в прошлом году прям тоже много довольно-таки. Вот это все еще нужно будет убрать. Тут вон что творится. Ой. Вон сколько винограда. На такой веточке. А виноград-то ведь не молоденький, он сколько стоит. Ой, сколько он стоит тут. Ну, когда я дом купила, здесь виноград уже был. Я его всегда, в принципе, и ела тут всегда. То есть я никогда за ним не ухаживала, ничего здесь не... Никогда ничего не удобряла и никогда здесь ничего не стригла. Ну, какие-то были там слабые попытки. Ну, наподобие, как сейчас, только еще меньше. Сейчас я его стригу только, так сказать, для декоративной стенки такой, как бы сделать. Вот, кстати, здесь тоже еще не тронуто. Если поменьше, правда, на этой... Вот, но тоже что-то есть. Что-то есть. Тут вот я смотрю, ничего нету. Ну, тут, может быть, уже я и оборвала кое-что. Ну, тут на этой стороне вот поменьше, как ни странно. А вот на той стороне тут вот тоже еще не тронуто. Тут еще там немного. Вот, а тут еще у нас... Достаточно прилично винограда. Да, достаточно прилично, еще много винограда. Ну, нормально, нормально. Я думаю, что он повисит еще где-то, наверное, какое-то время. Он довольно долго висит на ветках. Можно будет ходить просто его есть. Всегда люблю что-нибудь, когда что-нибудь можно будет в огороде между делом съесть вкусное. Вот, вот так. Так что винограда еще много, но я думаю, что вот тот сок, который я обработаю сейчас, еще этого мне будет. Здесь плохой внизу. Здесь может быть и кустик какой-нибудь действительно уже старый. Ну, старый виноград, ему сколько уже? Ну, как минимум, наверное, 12 лет.
Это было на градику. Как минимум, да? Наверняка его пару лет раньше еще посадили. Леша сладкоша у меня такой лесной. Такой. Сейчас немножко просыпаем, сейчас уже не так жарко. Ну, Тим, только не приставайте к Лешке. Ну, Тим, ну Лешке тоже не нравится, все его занюхиваете вечно. Да, скажи, поближе, поближе. Скажи, дай сынок-то головы. Да, скажи, не знаешь, куда от них. От этой любви деться не знаешь куда, да? Да что такое? Ты, Кеша, охраняешь виноград. Ой, да Кеша охраняет виноград, мой огородник ты. Охраняешь. Да, и рычишь на всех, чтобы не трогать. Твой виноград, да? Ну, это вообще у меня садовник такой, огородник Кеша, да? Все время с мамой ходит, да? Да, Кеша? Ты с мамой все время помогаешь, да? Все время маме помогаешь? Да? Все время маме помогаешь. То с помидорами, то с огурцами. Сейчас с виноградом, да? Вот нашел себе работу, занятие, да? Охранять, да? Овощи, фрукты наши. Ой, упала. Много у нас винограда-то. Ну, это радует, конечно. Очень. Тоже не брызгаешь. Может быть, потому что поливала в этом году много там. Может быть, потому что там сейчас поливаешь, много воды набираешь, с этими шлангами постоянно. Помоем. Помоем, поставим очередную пасту. Что у нас такое? Как растет все виноград, ничего, есть не просит, только попить иногда. А иногда и попить ему не надо, досыта напьется, если есть. И вон сколько приносит. Для красоты поставим. Здесь, конечно, было бы еще убрать с помидорами, разобраться. Наверное, опять придется сок с ними делать. Не успеваешь. Сейчас опять не ела, нужно сейчас вот картошечки приготовлю. С салатом со сметанкой сделаю. Ой, красиво. С виноградиком. Еще стороной барабла нужно было бы убрать, конечно, здесь. Вот эту штуку мне разобрать надо. Чего здесь только нету? Какие-то всякие штуки. Вот, красотища с виноградиком.